Всем привет! Сегодня у нас 2 февраля 2013 года. День недели у нас суббота. Да. Свечи зажгли. Это у нас кошка Маруся сидит. Как-то она сегодня прям так спокойно сидит в расслабленном состоянии. Да, вот молодец. Вот, да, это мать-героиня наша. Да. Выращивает 3 очаровательных котят. Так, так, что у нас сегодня произошло? Работала, значит, сегодня в копипринте. Ну, так вот, непонятно, как это работало на самом деле, да. Приехал утром, приехал, навел там порядок, подбил всех на наведение порядка. И часиков в 11 уехал. Так как мы с Юрой решили, что меня вызвали неправильно. Вот, уехал домой, начал играть в Европу. Тут мне в час звонит опять Юра. Говорит, нашли мы тебе заказ твой, приезжай опять. Ну, я, короче... закончил проходить серию и поехал опять в копипринт работать. Ну и в общем там... Ой. Таня, не надо пшикать, она боится. Ну не пшикай. Дай сейчас видео вот я сниму. Вот видишь, а то кошка начинает нервничать, переживать. Ну и в общем вот в часа в 2 ночи, вечера, дня, поехал опять на работу, да. До 9, соответственно. Таня сегодня тоже работала у нас. Трудилась, да. Как будто праздник. Что как будто? Праздник. Да, как будто праздник, прям, да. Не знаю, к чему она это сказала, конечно, ну... просто, как будто бы праздник. Ты так говоришь, как будто это был праздник. Да? Это будет очень редко, как будто. Маруся! Да, кошка, она переживает, она, понимаешь, она только второй раз в кадре, и она это... Да? Вся на нервах, бедняга, да? Ну, конечно, давай. Котята, как вы, ну вы сами понимаете, это же детишки. Ну, в общем, пришел где-то 9:30 домой с работы, и сел, поиграл еще раз в Европу, короче, записал еще одну серию. Тут позвонила Таня, мы с ней вместе сходили в банкомат, там сделали дела, да, кошка. Ну и как бы все, на этом все самое интересное и закончилось, как бы. Всем пока. Кошка, скажи аривидерчи. Скажи аривидерчи срочно. Маруся в шоке. Так что я говорю всем аривидерчи. Успокойся, кошка, успокойся. Все будет хорошо.